начинается наше очередное путешествие в деревне Тюгурюк на реке Кокса. Сегодня 5 июня 2015 года. Планируем зайти в Красноярку. Это приток Коксы, правый приток, в 10 километрах выше от места старта. По Красноярке планируем подняться минимум 30, максимум 40 километров до слияния нескольких Красноярок. Посмотрим, что из этого получится. Вода большая. По оперативной информации, в устье Красноярки есть завал или залом. Посмотрим, что мы с этим сможем сделать. По-другому руслу. Там же еще одно было русло. Вот он. Во, вон он, вон, Виталь. Сзади. Вот здесь мы и пойдем. Вот место, где мы разворачивались. Тут мы смеленько и объедем завал. Сейчас посмотрю, что дальше. А дальше все пучком. Одним руслом. Там, да? Снега.
нормально. Эх, красота! Следы какие-то, смотри. Давай еще. Господи. Раз, два, три. Поднялись бы выше, если бы не вот этот залом в маленькой речушке. Да, я видел. Это впадает река Громотуха. Точно Громотуха. Бурным потоком вливается. Там, видел, коряги лежат, завал, залом. В общем, там снег, здесь снег, красота. Вот здесь мы сейчас поймаем хариуза. Сегодня не клюет вообще. Меняем мормышки, меняем места. Толку пока нет. Но мы не отчаиваемся, потому что хариус не главное. И кембрики, и переколомные, и магазинные мормышки, и самодельные. И ничего, красноярский хариус брать не хочет. Позавчера был дождь, вода поднялась. За ночь упала сантиметров на 8-10, просветлела. Сегодня еще падает. Так, 4 мормышки перевязал.
остров, на котором будет наш лагерь. Сейчас обустраиваемся. Время 6 часов. Рыба сегодня не клюет. А рыбы нет. Наверное, это наша крайняя точка. Выше идти я не хочу. Рыба не клюет, а лезть в пороги желания никакого нету. До намеченного осталось примерно 3-4 километра.
наша цель. Слияние проездной и поперечной Красноярки. Мы это сделали. Мы достигли. Дима, помахай руками. Это мы, чемпионы. Первопроход реки Красноярка на моторе. Мы молодцы. Мы первые. Давай. Да, круто. Хариус не ловится, но это хрен с ним. Вот оно, слияние. Все.